Всем привет, с вами Эд. Сегодня мы будем продолжать рубрику «Ядро». И по традиции я сначала покажу вам, как можно в ней поучаствовать. Меня много спрашивают в комментариях, можно ли еще поучаствовать в этой рубрике. Кто-то там добавляет уже, присылает мне свои фотографии. Вот, в общем, под этой фотографией, если вы нажмете на вот эту рамку, если вы смотрите это видео непосредственно на моем канале YouTube, если вы нажмете на эту рамку, попадете на эту фотографию и сможете прочитать тут все условия по тому, как можно поучаствовать в этой рубрике. Чтобы я обработал ваши фотографии и загрузил видео с обработкой их на этот YouTube-канал. Окей. Сегодня мы будем обрабатывать фотографию от нагугливших. Они со мной связались, в принципе, на YouTube, и как бы их репост получается с YouTube. Так, в принципе, тоже можно делать, можете мне писать откуда угодно. Вот, у них есть YouTube-канал про приготовление еды. Если кому-то будет интересно, то у них в профиле он есть. Ссылка на их профиль будет у меня в описании к этому видео. У них все фотографии, фотографии еды, вся эта еда приготовлено ими, и есть рецепт приготовления каждого из блюд на их YouTube-канале. Вот. Какие я вижу проблемы? Я вижу проблемы с балансом белого, с перенасыщенностью по контрасту и по цветам. Ну и для Инстаграма желательно делать, наверное, отдельную фотографию, либо как-то кадрировать так, чтобы был квадратик. А прислали они мне вот эту фотографию. Ну, тут очень сильный контраст, есть проблемы с балансом белого вот на белом кувшинчике, на белой тарелке есть проблема. Ну и, в принципе, настолько сильно пережаривать я фотографии не люблю. Поэтому надеюсь, что ребята посмотрят это видео, оно окажется им полезным, и они смогут еще лучше делать фотографии еды для своих обложек видео. Итак, вот фотография, которую мне прислали. Давайте попробуем с ней что-нибудь сделать. Самое первое, что мы будем делать, это баланс белого. Вы видите, что тут у нас все уходит в зеленый. Это неприятно, поэтому мы это постараемся поправить. Но нужно следить за вот этим розовым. Может быть, это слишком много. Я думаю, что усредним значение. Вот, и можно тут еще это вот так вот сделать. Вот, уже хотя бы так. Если зеленый к еде совсем не подходит, то розовый, розоватый хотя бы подходит к пирогу с вишнево-малиновой начинкой, насколько я могу понять. Окей, давайте посмотрим, что же мы будем делать дальше. Ну, в первую очередь я подниму экспозицию. Это вот так. Потому что, конечно, недосвет сильный, и тут вот это видно до сих пор. Также можно попробовать контраст добавить как-то так. Окей, давайте посмотрим. Поставим точку белого. Точка белого тут практически стоит, можно сказать. Но я бы поднял посильнее и потом вернул бы их, чтобы расширить еще динамический диапазон. Потом поднимаем тени. Тени поднимаем достаточно сильно. Вот, чтобы у нас не было каких-то темных участков. Особенно вот тут вот очень, очень сложное место. Нужно будет с ним еще отдельно поработать. Ну и черный мы вернем. То есть там вот у нас есть абсолютно черный. Мы его вернем так, чтобы его совсем не было. Ну, то есть будет тридцатка где-то. В принципе, можно немножко добавить clarity, но буквально совсем чуть-чуть. Вот. Вот такая у нас картинка получается. Уже заметно лучше, но есть куда еще работать. Так. По поводу цветов. Тут, конечно, все слилось в такую кашицу. Поэтому нужно с этим что-то определенно делать. Начнем мы с hue. И оттенки будем выводить. Вообще, на самом деле, тут так забавно. Все можно вот по чуть-чуть сместить в
сторону более красного, то есть красный в более красный, оранжевый в более красный и желтый в более оранжевый. Так, естественно, зеленый мы смещаем в более зеленый. Вот. И переходим к насыщенности. Ну, по красному каналу, я думаю, что тут не надо жадничать. А вот по оранжевому я бы немного убавил, потому что я не очень люблю оранжевые и желтые цвета в таких фотках. Ну окей, пусть желтый пока остается. У зеленого мы поднимаем насыщенность, это безусловно. Единственный у нас такой контрастный оттенок от всего остального. Так, переходим к освещенности, люминанс. Иллюминанс. Вот, кстати, красный можно сильно не вытягивать, он и так неплохо достаточно смотрится. Давайте вытянем зеленый, чтобы он еще сильнее у нас выскакивал. По резкости тут, скорее всего, сильно не получится добавить, но мы постараемся. Вот в районе 60, я думаю, что вполне себе нормально будет. Но, к сожалению, профиль этой камеры у меня не распознается, хотя это Lumix, Panasonic Lumix DMC LX100. Вот, в любом случае, убираем хроматические аберрации. Можно, в принципе, дисторсию тут поправить. Так, и переходим дальше к винитированию. Ну, винитирование такое будем делать не сильно заметное, но чтобы акцент у нас был еще больше на нашей тарелке. Тут вот такие оттенки, мне не очень нравится фон. Фон должен быть контрастным к блюду и, в принципе, к каким-то элементам декора. А тут получается оранжевое на оранжевом, с таким красненьким, тут оранжевое. В общем, кругом очень много оранжевого. Давайте попробуем в разделе камера Calibration. Я так про него ничего и не узнал, но, в принципе, потренировавшись, можно понять, какой параметр за что отвечает, и на глаз попробовать изменить картинку. Сейчас я вам покажу, о чем я думаю, и как это будет выглядеть в итоге в сравнении с тем, что было до. То есть, ну, банально до и после. Вот три параметра, которыми я пользуюсь, у них есть оттенок и насыщенность. И вот что у нас получается. До, после, до, после. В принципе, более приятным стал оранжевый цвет, желтый стал ярче, красный стал ярче, при том, что как бы обычным сатурейшеном, обычной насыщенностью такого эффекта не получается. Вот. Ну, то есть мы, в принципе, закончили со всей обработкой, кроме локальной коррекции. И тут ее будет достаточно много. В первую очередь, я думаю, что мы займемся тарелкой и вот этим кувшином. На кувшине свет зеленый. Можем даже еще раз проверить. Смотрите. На кувшине прям зелень, а на тарелке тут вот зелень, а тут розовая. Кстати, ребята, если можете, оставьте мне под видео комментарий, все-таки с каким светом это было снято, почему такая разница оттенков в освещении, насколько я понимаю, вот оттуда нам светит вот этот зеленый источник света, а отсюда нам светит вот этот розовый, либо откуда-то сверху. Вот я вижу все равно две тени, вот раз тень, а вот два тень. И вот эти вот тени зеленые, потому что оттуда у нас светит зеленый, а эти тени больше в розовый, вот это вот особенно. И получается, что оттуда светит розовый. Вот даже можете посмотреть на ручке, как разделилось. Вот тут розовый свет, а тут зеленый. Так быть не должно. Следите за тем, чтобы у вас были одинаковые источники света по температуре. Иначе будет вот такая вот каша. Итак, давайте приступим к локальной коррекции. А это у нас инструмент Adjustment Brush. Кисть. И для начала мы уберем насыщенность и добавим света в нашем кувшине. Вот. Чтобы он был у нас хотя бы просто белым, а не каким-то серо-буро-малиновым. И не забывайте, что если вы попадаете на фон или куда не следует попадать, можно всегда зажать Alt и вернуть то, что накосячили. Так. Так, вот достаточно быстро я все проведу. Потому что у меня есть необходимость показать только принцип.
работы у меня нет необходимости выполнять ее там как-то идеально, потому что все равно это никто этим пользоваться не будет. Ребята уже видео выложили с этим блюдом. Вот. Так, ну вот, смотрите. Мы сделали пока только один кувшин. Но вот как это выглядит? До, после. Зеленый, некрасивый или красивый и нормального оттенка белого. Теперь все то же самое повторяем с вот этими вот и тенями, чтобы они у нас стали нейтральными. Можно, кстати, для большей наглядности можно сделать вот так. И теперь еще лучше все видно. Вот, в принципе, тут тень понятно, потому что рефлексы, а вот это вот зеленое, это, конечно, очень не круто. Вот. Так. Как-то вот так вот убираем всю эту зелень. Все эти паразитные оттенки. Обязательно по краю кадра все это убрать. И вот тут вот тоже. Вот. Так, теперь посмотрим, что случилось с тарелкой. Тарелка стала светлее и менее зеленой и розовой. Так, ну еще плюсом я предлагаю добавить... высветлить тени вот тут вот в пироге, потому что вот этот кусок мне все равно не очень нравится. Вот exposure, конечно, влияет уже и на светлые участки, на которые мы не хотим влиять, поэтому сильно не будем использовать. Окей, тоже можем посмотреть, как преобразуется наш кусочек. Тоже, в принципе, достаточно заметно. В смысле, не кусочек, а вот вырезанная эта область. Вот, но в принципе, я считаю, что это все, что нужно делать с этой фотографией. Конечно, нужно свет выставлять лучше и интереснее. То есть у ребят часто очень свет спереди направлен. Вот. Это достаточно плоской делает картинку. Ну, это я говорю, судя по... какая разница, смотрите. Между тем, что сделал я, между тем, что было... и между тем, что сделали ребята. Конечно, вот это очень пережарено. И давайте перейдем на их канал. В принципе, в таких маленьких размерах эти картинки цепляют взгляд. То есть они такие контрастные, насыщенные. Кажется, что типа крутые. Но на самом деле, когда открываешь большой вот такую вот картинку, тут сразу в глаза бросается, что, например, свет вот тут вот зеленее, тут менее зеленый. И... у киви неестественный цвет, у яблока неестественный цвет, и у зелени неестественный цвет. Хотя как раз-таки кувшин тут достаточно белый. Я бы убрал насыщенность, даже не насыщенность, а оттенок яблока, и киви сделал бы чуть желтее. Вот это вот более правильный цвет, чем вот этот. Вот, ну в принципе, я думаю, что это все, что нам сегодня понадобится. Плюс я сейчас кадрирую, чтобы сделать превью для своего YouTube-канала. Вот. Чтобы у нас было видно до и после, достаточно крупно, чтобы это прям бросалось в глаза. Вот, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Если вам не нравятся такие видео, ставьте пальцы вниз. Пишите в комментариях, что бы вы сделали по-другому. Меня, в принципе, интересует любой фидбэк от вас, потому что эти видео я делаю не для себя, а, конечно, для моих подписчиков. Спасибо всем за просмотр и до новых видео. Пока!